Нигерийская армия отпустила 128 человек, задержанных по подозрению в причастности к радикальной группировке Боко Харам, сообщает агентство France Press со ссылкой на нигерийские вооруженные силы. Как заявил в среду представитель нигерийской армии Тукур Буратаи, задержанные, 109 мужчин, 7 женщин и 12 мальчиков, были переданы военными губернатору нигерийского штата Борно Кашиму Шеттиме. Все они, по его словам, были задержаны в этом же штате в ходе операции по задержанию повстанцев и после ряда проверок были объявлены невиновными в предполагаемых преступлениях. Ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала материалы, которые, по мнению правозащитников, подтверждают факт совершения военных преступлений в северо-восточных регионах Нигерии, где правительственные силы ведут борьбу с исламистской группировкой Боко Харам. Боко Харам – радикальная исламистская группировка, активно действующая в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, которые регулярно совершаются в стране. Президент Нигерии Гудлак Джонатан еще год назад объявил о введении чрезвычайного положения в ряде штатов в связи с угрозой нападений боевиков Боко Харам.